Продолжаем знакомство с улицами. Сейчас мы идем от Спадина, от Торонто, Канада, еще раз повторяю. Сегодня солнечный день тоже. Сейчас мы идем по Чайнатаун, китайский город. Мы идем по, на этот раз по улице Дандас от Спадина. Центру. Самый центр Чайнатаун. Разные магазинчики. На той стороне тоже. Шляпки всякие. Ну, по-китайски все говорят. Предупреждают, что в этот уикенд будет доходить температура до 40-45 градусов в Торонто. То есть экстремально жаркие. Температура. Экстремально жаркие температуры. Все по-китайски здесь. Вернее, и по-китайски, и по-английски. Арбузы $6 дорого. Понимаете? 3 за 5, манго, апельсины 4 за $5, 2 за $5 дыни. В общем, $4 маленькие такие апельсинки. За что? За 4 штуки, я так понимаю. Три доллара, наверное, у нас на землю. Вот, улица Беверли. Да, прямо Беверли Хиллз. Арт-галерея по Фонтарио. Ну, кусок вышки видно.
тут вход в арт-галерею. Фонтан-эй-джи-о. Здесь вот такие домики. Гена или второй, как его зомбат. Ольга Ген, и второй, это муха, тут рубезуха. Рука оторвала к нам, и он сам себя отрезал. Забыл. Полицейский регулирует движение здесь. Нам идти. Thank you.